Доброго всем дня, дорогие и очень уважаемые видеозрители. А уважаемые почему? Вы нас уважаете? Вот и мы вас уважаем, честное слово, вот. Ну что ж, начнем. Будет немного, но интересно. Значит, хреновато идут сериалы товарища Кристиана Слейтера. Актер из него был намного лучше, чем производитель сериального мыла. Либо рецепты не те у мужика, либо сюжеты не из того пальца высосаны. Что есть, что есть. Очередной сериал по его рецепту «Игры разума» был настолько неинтересным и невразительным, что разума в нем не наблюдалось совсем. И IBC просто прикрыла скучный сериал. Вот. Следующая новость у нас такая, что британцы в лице канала ITV решили одарить зрителей новым трехсерийным не то фильмом, не то сериалом под названием «Жертва». Ну, сюжет тут достаточно избитый. Классика, можно сказать. Хорошего полицейского подставляют под удар, обвиняют в убийстве, там, типа, ловят, он удирает и на свободе пытается доказать, какой он весь беленький и пушистенький. Главную роль играет, ну, по моему мнению, ну, совершенно никакой актер Джон Симс. Ню-ню. IBC отменили сериал «Однажды в стране чудес». Ну, всего-то был один сезон отснят. Странно. Зато фантастический сериал «Спираль» обещан на второй сезон. Это хорошо. Фантастику мы любим. Если это будет хоть немножко похоже на «Звездный крейсер Галактика», будет неплохо. Поговаривают, что всеми известный и всеми любимый сериал «Сверхъестественное» уже заявлен на 10-й сезон. Ребята, это будет интересно. А, правда, я просто не понимаю, о чем они там будут говорить в этих следующих сезонах, но уже хорошо, что ребята остаются при работе и не будут простаивать. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, что такие программы о новостях сериалов будут выходить, ну, как минимум, 3 раза в неделю. Всем удачи! Bye!